А вот на этих кадрах как раз тот случай, когда японская машина оказалась крепче русского асфальта. Происшествие случилось сегодня в Иркутске. Под иномаркой просело дорожное покрытие, и передние колеса автомобиля зависли над своего рода пропастью. Вызволить железного коня удалось с помощью подручных средств и смекалки очевидцев. А вот тоже место, но чуть позже. Техника на месте провала гораздо более серьезная. Аварийная бригада оказалась здесь через полчаса, разминувшись буквально на несколько минут с пострадавшей иномаркой. Уже удалось установить, что причиной просадки асфальта стала авария на коммуникациях водоканала. Причину происшествия только предстоит установить. Не исключено, что виновными будут назначены сильные морозы в областном центре. Или засорение, или, значит, какой-то, ну, внешние факторы, которые, значит, из-за чего вода накапливалась, и потом в итоге она вышла наверх, то есть на проезжую часть. Получился небольшой провал. Вот. Ну, как бы, по-русски говоря, это, ну, засор. Ликвидация провала аварийных служб около 2 часов. Устранение повреждений иномарки затянется на более долгий срок. Но, как заверили сотрудники коммунальной организации, они готовы компенсировать ущерб пострадавшему автомобилисту. Возможно, это произойдет в судебном порядке, но не исключено, что удастся договориться и без вмешательства Фемиды. Тут все будет зависеть от размеров требуемой суммы.